Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Сегодня я ездила на бесплатку. Уже многие пишут, что не показываю или не езжу, или не еду. Да, все как бы то мама в госпиталь, то ну как-то все так навалилось на кучу, то и не было когда и поехать. Сегодня я взяла и сегодня я поехала заради сестер, чтобы их свозить, чтобы там что-нибудь они себе взяли. И записалась и я. В Оксану я показала уже, там в одном видео будет, что какую одежду там взяли. А сейчас здесь я покажу. Конечно, Кешечка мой так поет, мой птичечка наша. Ну ничего. Что с продуктов я сегодня взяла на бесплатку. Вот. Эти сумки, это наши сумки. В машине были, это они, наверное, Катусины сумки. Когда она переезжала, и все, мы перевозили, так они и остались. Так, то начнем с этой сумки, с этого пакета. Может быть, я... Кешечка, мой хороший, ты так красиво поешь. Лапочка ты наша. Птичек. Так, здесь у нас кондиционер для волос и стиральный порошок. Как бы хорошо поставить, чтобы было видно. Наверное, вот так. Так, дальше. Вот у нас. И оно было в пакетах, а это я в эти сумки уже повставляла там. Яйца 1,5 пачки. Яйца покупные. Для Давида сливочное масло 2 палочки и куриное мясо. Там можно брать фарш говядина, курица и свинина. Но не курица, а индюк. Я взяла курицу. Куриное просто мясо. Дальше. Растительное масло. Масло растительное. Там, например, такой выбор. Либо ты берешь растительное масло, либо пакет муки, или растительное масло, то, что брызгать, знаете, такое. То я взяла вот такую баночку. Хлопья. Три упаковки спагетти. Так. Следующий пакет. О, я люблю это блюдо. Это... пюре. Картофельное пюре быстрого приготовления. Друзья, это никакая не химия, как ну, многие считают. Это просто картошка вкусненькая и все. Бананы. Бананов, фруктов можно было брать 10 штук. Я, наверное, взяла 10 бананов. Да, здесь 4. Так. Капусту. Бракли и 2 зеленых перца. Вот так. Да, очень холодно. Холодно. Морковь. А, вот еще бананы. Вот еще 6 бананов. И те 4. Так. Одна сумка уже. Следующая сумка у нас идет яблоки. И яблочки вот такие, смотрите. Вот. Натуральненькие такие. Здесь у нас замороженные овощи, свежие замороженные. Зеленый горошек. Бракли и кукурузка. Сладкая кукурузка. Крекер соленый с супчиком кушать. Вот сегодня берешь или суп в баночках, или мивину. Я беру мивину. Дети иногда любят, знаете, иногда хочется что-то такого. Вредненького, или так сказать. И здесь баночки, фасоль. Фасоль, горошек и
ананас. Я уже баночки не буду показывать. Одна почта уехала, привезла палатку для мужа. Другая подъехала, UPS, не знаю, что UPS. Ген UPS приехал, что кому там, кто там что заказывает. Я получил уже все. Да, а UPS это кому? Это может Давид так что купляет. Так. Это и FedEx, и UPS, и вся... Да. И косячечка. Угу. Какая борода, да? Куриное мясо вот такое. И из магазина Костка, друзья. Оно классное мясо, да, например, такой легкий супчик приготовить, знаете? Вот. Баночку себе добавил. Это, я думаю, можно для мамы приготовить так. Наталья Куток. Да, для меня. Миссис. Тяжелый. Посуда моя! Ух ты! Слава Богу. А почему одна коробка? На миг. Так, потом буду смотреть посуду. Так, следующая сумочка у нас макарон. 4 коробочки макарон. 2 пакета таких макарон, спиралька. А, вот еще 2 баночки этого. То в машине просто было. Куриного. Наши? Угу. И баночка меда. Такая. Искусственный. Да, вкусненький. Для топ-топ-пай. Супчик. 2 баночки. Куриный супчик. Так, и последняя сумка у нас идет. Овсянка. Хлеб вот такой хорошенький. Я его кладу в холодильник, и он тостер с крем-чиз, с чаем любят. Булочки вот такие. Тоже классные. Да. С вареничком. Угу. Да, мягкие. То, например, в этой, на этой бесплатке, видите, только одна, вот 2 эти хлеба и все. А на других бесплатках просто приезжаешь, там тонны хлеба, то смотря какой магазин привозит. И здесь туалетная бумага. 8 рулонов. Можно? Как же объяснить? Можно, допустим, если стиральный порошок, зубная паста, это все такое, да? Эти принадлежности, гигиена, можно брать 4. Под номером 1 входит 4 рулона туалетной бумаги. И там идет номер 2, стиральный порошок я взяла, и кондиционер. То это получается 3. Но у меня еще один остается, то я попросила, говорю, можно взять туалетную бумагу? Еще один набор. Она говорит, да. То вот так я взяла 8 рулонов вместо там другого, там или шампунь, или что. И галлон молока. Да. И, конечно же, друзья, сейчас посмотрим посылочку. Дай бог, чтобы хотя бы такая была посуда. Ну, если не такая, это не проблема. В нашем городе есть магазин Мэйсис. Я ее сдам, верну. Но я покупала, чтобы не возвращать. И она такая, не знаю, не тяжелая. Смотрите, как запечатано все. Муруля. Муруля, не царапай стол. Да, Муруля уже вообще там. Как прекрасно запечатано, чтобы не разбилось. Ой, наша звезда пришла. Вы только посмотрите. Гномичек, красотулечка. Привет, гном. Ну, хотя бы с опозданием, но ничего. Молодец. Да.
тунца тебе нету, но этот чикен тоже вкусненький. Мы тебе вделим, если вы захочете, ваше величество. Так. Так нужно запечатать хорошо. Не видно. Да, не, пока доберусь, то. Очень классно упаковали. Марийка, запеку. А ты заказывала посуду сразу два ордера или отдельно? Сразу. Да. А почему пришла одна посылка только? Так, только 4 пишется. Да, это только один набор пришел. Ну, может быть, что-то они там ошиблись. А сама уже не могу дождаться, когда достану. Так, не такие тарелки, меньше, у меня побольше. Не подходит. Нет? Нет. Что вы заказываете? Маленькие. Сейчас я возьму, какие у меня есть. Какие мне нужно, покажу. Вот, какой размер нужно мне. Это большой такой. А ну, я поставлю туда. И это немножко идет как бы светлее, да, отличается цвет или нет? Да, немножечко светлее. Вот смотри, какая разница. Ну, на видео не видно, а так-то есть. Ну, и да, мне нужно вот такой размер, а получился вот такой размер. Это идет ну, как так вот классно, так. Да, смотри, четко, раз, и три. Еще три. Да, четко. Ну, то вот таких мне нет, у меня таких. Это одна 6 баксов? Ага. Ничего себе. Упала и разбилась. Ну да, то 4 здесь. Да, те пока убери, я сейчас посмотрю побольше. Вот другую коробочку. Ну ничего, поменяем, посмотрим. А я хочу жареного с собой. Жар? Да, да. Угу. Ой. Так, друзья, я отключу камеру, а то займет полчаса, пока я открываю эту вторую коробку. Так, друзья, это пришел набор. 8 тарелочек, такие же, той же самый набор, 8 и 5. Так, то, не знаю, я подожду еще другое, еще должны прийти побольше. А какие будут побольше, то это, может быть, будут вот такие, которые у меня поменьше. Ну, будем уже смотреть. Если придут вот такие, да, то все равно мне больших не хватает. У меня самых больших только 8. Ничего, что-то решим. Если придут 8 вот таких тарелок, эти я оставляю, и эти маленькие оставляю. Ой, уже не знаю. Подожду другую посылку и буду смотреть, как я их что-то смогу сделать. Так что всем спасибо, друзья, за просмотры. Нужно убирать ему рулю и всех. И всем пока-пока. Ой, гномичек, а куда мы собираемся, мои хорошие? Куда мы так моемся? Да, да, сам пришел. А здесь, а другой вот. Что там принесла? Вкусняшки где? Где вкусняшки наши? Так, главное на тарелке. То посмотрим. Посмотрим, что будет с этими тарелками. Уже попу возилась. Все, всем спасибо, друзья, и пока-пока. Гномик, попрощайся. Китька. Китюня, не мешайте. А, хочу сказать, друзья, с Пушиком у нас все... Что, я сегодня его...
И хочу сказать за Пушика, друзья, с ним уже все нормально, уже он сегодня пошел гулять. Не-не-не, я сегодня приходил, я его давал мне трогать. Да, уже давал. То я причавил, ничего не тече, ничего не... Он сам все выдавил, он сам все почистил, все. Ну, вот вони, їх, да, да, все. Ест, воду пьет, все нормально, щека стухла. Да, мясо вот это валило. Да, кушал. Уже мясо кушал, фарш. Кто вышел то... И уже раны той нету, все как и не было, все почищено, все там. Доктор у нас, он сам себе доктор. Так что жив-здоров, слава Богу. Всем пока-пока.